Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, дети Божьи. Поздравляю с новомесячьем, с началом нового месяца. Сегодня первое число 5-го месяца библейского календаря, именуемого в еврейской традиции как месяц Ав. Сегодня 1 Ава 3334 года от начала нашего исхода, от исхода из рабства египетского. 3334 год на дворе, 5-й месяц. Да, от создания мира, согласно Слову Божьему, в еврейском, да, календаре мы читаем об этом 5782 год. Так что, братья и сестры, да, поздравляю всех вас. Начало нового месяца, да, начало нового месяца. Сегодня первое число, новомесячие, именуемый праздник. Новомесячие. Я понимаю, что для многих христиан и для нас, православных, большинство православных, да, забыли об этом. Для большинства христиан это праздник забытый, к сожалению, но это библейский святой праздник. Вот, и сам Бог Всевышний, да, через пророка своего, через Захарию, там, через других пророков говорил о том. Вот, и через Захарию вообще сказано, что когда будет мессианское царство, да, когда... Мы знаем, вернется ведь Иисус Христос, мы ждем Его, мы говорим, гряди Господи Иисусе, Иешуа, Иехошуа, Иисус Христос возвращается, Машиах возвращается, и Он воцарится там в Израиле, там в Иерусалиме, Израиль расцветет, о, как смоковница, Израиль расцветет во всей красе своей, возродится древнее и новое, да, еврейское государство. От реки до реки, от моря до моря. Огромная территория будет этого еврейского государства, Божьего государства. Евреи, арабы, люди разных национальностей, культур. Вместе будем славить Бога Святого. И написано, что из месяца в месяц будем приходить на поклонение Господу Богу. Да, новомесячие. Новомесячие будут, начало нового месяца каждого библейского календаря будет празднеством на протяжении всего тысячелетнего правления нашего царя. Гряди, Господи Иисусе, аллилуйя. И также святость субботнего дня будет снова возрождена по всему лицу земли. Сегодня очень немного людей на самом деле чтут заповеди Бога. Очень немного людей помнят о том, что день субботний – это день Господний. Еще меньше людей празднуют праздник Господний, день субботний. Сегодня вечером начинается суббота, да, первая суббота этого 5-го месяца Ав. Да, и сегодня вечером приглашаю всех на празднество, на торжество. Слава Богу Святому! Благодарю Тебя, Господь, за мессианское пробуждение и в православии, и в других всех ветвях многоветвистого древа такого христианства. Благослови, Господь, всех нас, благослови мессианские общины, христианские церкви по всему лицу земли, благослови Израиль, благослови еврейский народ, и в рассеянии, и те, кто уже вернулся в землю свою. Аллилуйя, Богом данную. Благослови Иерусалим, столицу Израиля и столицу, будущую столицу всего мира. Аллилуйя. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха вихунекха. Исах Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа ха Мошиах. Аллилуйя. Амен. Йехошуа ха-Мошиах, приходи ко мне, Господь мой, мой возлюбленный. В сердце только Ты живешь, Иисус Христос, Иешуа Машиах. Аллилуйя. Амен. С Богом, друзья. Так что Рош Ходеш Тов, да, хорошего месяца.